Привет, с вами Дарк, и это такой гайд по Вуконгу. Потому что подписок от вас мало, я гайдов не делаю, но могу начать такие гайды делать. Например, гайд по убийству финального босса Блэкпинки Вуконга. Вот, я его ебал просто так, ну, как бы, три стрима в эпизодах моих, да, у меня по эпизодам, поэтому я его ебал как бы вот так. Херня, видите, зарядка палки, вот так вот, если палку зарядить, вот так, и думать головой, то это значительно упростит задачу по убийству финального. Во-первых, видите, в голове стоит такой, может вы где-то не подписываете на канал, что-то говорят, это вам легко будет убить, но я это об этом знаю, я просто же не пользуюсь на финале. Вообще этого босса можно за 5 секунд, я скажу как. Надо взять все вот, как можно вот эту палку ебать, то есть вот так. Чтобы ваши копии, для этого надо взять, чтобы за 5 минут этого босса бить, ровно за 5 секунд даже меньше. Надо взять умение, вот это вот. Короче, другой билд, а я делился на этом. Ну, до этого аккаунт из Стима я не собираюсь менять, я вот до конца и на этот билд. Вот именно этот. Поэтому я умею не собираюсь, но что-то не заезжаю. Балку берете там, что возможно, где-то она есть. Сейчас с вами попробуем даже. А то вот из-за этого у меня не подписывается. Да, действительно, это очень помогает вот это вначале. Вот такие вот старые, которые сейчас помогают. Я же его по-нормальному порешил. Теперь он меня загибал, и я его убиваю именно вот так. Можно, короче, бегать. Вот. Тогда проблема у вас получится заряжаться. При этом еще у вас страшно. Ладно, очень важно вот эту херню взять. Вот, чтобы этот. За 5 минут этого босса убить. Финального. Вам надо взять какое-то умение у двойников. Короче, вот здесь. В меню сначала как убить финального босса за 5 минут. Это такой гайд, как хотите, ну да, гайд руководства, как убить финального босса. Вот. А тут, смотрите, вот. Развитие. Тут где-то есть, короче, ветка. Двойники. Сколько вам нужна? Какая-то. Вот это вот стойка вам нужна. У меня ее просто нет, вот поэтому я и не пользуюсь. Если бы она у меня была, вот, вот эту вот стойку берете, вот это вот все прокачиваете. И вот эта стойка, у меня ее не оказывается не было. Вот этой стойки, вот эта вам стойка нужна. Короче, бить вот так вот. По башке ёбаете вот так вот. Вот эту стойку. И всех двойников. Не знаю, вот это, наверное, все нужно вам также. Не знаю, у меня такого нету гайда за это прохождение. Есть у вас двойники где-то, волшебные копии. Вот, она тоже у вас точно должна быть на максимум. И вот это вот умение, только что показывал, тоже должно быть точно. И вот эти вот все обилки точно должны быть. Вы вызываете, короче, двойников, пьете зелье. А какой-то из отваров наверняка есть. Вот тут есть отвары, вот. Вставляете какой-то из отваров, наверняка усиливает атаку или что-то. Плюс артефакты вставляете для усиления, тоже найдется пару штук. Плюс костюм качаете на максимум, плюс вот эту маску одеваете. Вот. А. И берете дядю, который он меня...
знаю об этом всем. Я этим просто не пользуюсь за этот билд в этом прохождении. Вот. Вот берете вот этого вроде дядю, он, короче, призывает какую-то палку, есть, короче, дух, который призывает палку для усиления вот этой вот атаки как раз. Вот этой вот атаки, смотрите, вот этой атаки. Вот этой вот именно атаки вызывает усиление, и с этой атакой вот такой, заряжаете палку. Это и так упрощает задачу вот этого босса. Бегать и заряжать палку, например. Бегайте, заряжайте палку. Сбегайте. Не так, как я. Я почему-то отпускаю мышь, что, в общем, не знаю, как на клавиатуре, но иногда у меня получается, и чтобы... Короче, сейчас погодите, потестируем немножко. Не подписаны, но из-за того, что я типа долго ебусь с этим боссом, но у меня, во-первых, эпизодность, но, во-первых, настроения не было, потому что вы не подписывались, мне не доставляли там много причин. Но я про это все знаю. Вот, бегаете, короче, даже палку заряжаете, да. Вот в разы упрощается. Заряжаете палку. Заряжаете палку. И отпускать не умеете. У меня как раз получилось. Так, бегает. Я знаю, что такое турецкое. Заработает, заряжает, но она две покупает. Такое турецкое. Там на две надо мышь подряд нажимать, чтобы там заряжать. Вот, заряжает. Так, я не знаю, что это.
второй фазы, если головой думать, это упростить задачу. Просто надо черепом соображать. Вот, то есть и он убьется у меня, я уже его так хочу убить, он меня съебал уже. Вот, берете палку, заряжаете. Комбинации составлять. Можно, конечно, так не делать. Нечатно, бездумно. Нечатно, ну, нечатное старание сейчас было. И нечатно я погибал. Можно сделать вот так. Заряжаете палку. Например, вот сейчас. Пол ХП вы ёбаете сразу. Пользуйтесь только первым, вторым заклинанием замораживанием. Если он вас совсем заебал, то дальше не забываем на таргет попадать, дальше вот эти подходы, обязательно можно экономить. Дальше вы попадаете, атаку, ловите и даже так, таким образом, не обязательно его делать. В общем, не дождёмся. Подъём в руки, как только.
Например, у нас есть еще полбанки, да? Надо просто тщательно стараться. Можем по... Вот он стоит, но не по второй стаке. Я зря понимаю. Можно, если он так вот сидит, ожидая футбол сыграть, да? Как он сейчас сыграл. Ну просто палка, вот и кем. Блять, сейчас. Банки у нас кончились. Сейчас надо воспользоваться дверью. Ай, ебать. В общем, не важно. Так его убить в разы можно. Если он там купить что-то не делает, скорее всего, он с вами в футбол хочет сыграть. То есть он на месте стоит во второй фазе, ничего не делает. А вы тогда палочку заряжаете, подходите с заряженной палкой, ему в ебало даете. Все. И он улетает. То есть вот, как с этим в начале. То же самое, а тот тупит во второй стадии. Вы просто заряжаете палку. Подходите. И в ебальник. Все. Как первая стадия. Первая стадия вообще можно так тщательнее обходить. Бежали мы на одном вопросе. Ну и уклоняться еще желательно. От палок попадания, которые он ускоряет. Вот, зарядили баллы, побежали, раз убивал. Убежали, еще плюс я хуем. Сосредоточен. Ай! Можно еще и уворачивать. Даже Ирлан, если подумать, и вот этим такой же хуёй бегать. А хотя у Ирлана особо не побегаешь. У Ирлана-то да, не побегаешь. Ирлан-то особый, сука, выходит босс. Но зато у этого можно побегать вот так вот. И он станет легким. Так что вот такой гайд вечерний, да.